на конкурс и читаю стихи. Номинация «Я пишу стихи». Я Караков Андрей, мне 17 лет, я ученик Белоярской средней школы, села Белояр, Республики Хакасия. Путь. Я дверку новую открою, проложу нам новый путь. Ты иди только за мною, нам нельзя с тобой свернуть. Пусть нам светит солнце ясно, озаряет, прогоняет стоит туч. Будет все у нас прекрасно, и исчезнет лица грусть. Мы найдем с тобой место там, где тихо и светло. Слепим жизнь, как хлеб из теста, будет нам вдвоем тепло.